Мне похуй, я Саски. Ой, всем привет! А вы смотрите нарезку на вот этом канале. И произошла одна новость. Дело в том, что последние 3 месяца мой основной канал для стримов был забанен. И поэтому мы тусили на Клейкрафте. Поскольку мы находимся в интернете, за 3 месяца тут очень многое все забывают. И есть люди, которые реально вот думают, что вот я вот только здесь стримлю на Клейкрафте. На Клейкрафте заканчивается флекс. И дело в том, что я говорю это в субботу, а нарезку вы смотрите, скорее всего, в воскресенье или уже позже. А с воскресенья и позже канал Фуга ТВ будет уже разбанен. Спасибо вот этому нарезчику за ссылку в описании на канал Фуга ТВ. Пожалуйста, проходите на канал Фуга ТВ, где будут стримы и разговорные ролики, где я буквально сегодня уже выложил обзоры на кранчи читосы. Очень интересно. Спасибо. Ссылочка где-нибудь. На Клейкрафте стримов не будет больше. Ну, чуть-чуть будут, наверное. Здравствуйте. Ну что, народ, погнали? Где-то только следи, чтоб я не отвернулся. Не понял. Ой, а что такое стекло прозрачное? Никита, а ты где, Никит? Я где? Я тут. Ты в лунной колонии? Да. А вон ты, да? Ну да, видимо. О, да. Ну привет. Привет, сейчас я книжку читаю. Ты, а что я сейчас делаю, скажи? Ты сейчас смотришь на меня с книжкой в руке. А, так, все, ладно. Ну что, пойдем? Угу. Ну пошли. Блин, так прикольно, смотри. Ой, это ты сделал? Это кто зашел в портал. Пойдем. Угу. Не получится, что куда пойдем? Право, лево, вперед, назад. Ну, а ты вообще тут был? Пару раз, но не гулял особо. Я был там, по-моему. Давай посмотрим там. Вот сейчас. Тут фанфики, я помню, читались. Сейчас почитаем. Ой. Так, а, это кража фанфиков, да, это фанфиковое место. Угу. Пойдем посмотрим? Посмотрим. Угу. Опа! Ёб твою мать, здорово, бандиты. Как прыгать, я забыл. Я вспомнил, как прыгать. Кот в шаурме. Я по-другому ощущаю, люди как-то ближе ко мне становятся. Я прям могу потрогать Никиту за яйца, понимаете? Так, пойдем тогда. Не, я хочу посмотреть, как они живут. Как у них же тут есть жилой комплекс. Надо посмотреть, как они живут. Он вроде либо на красный, либо на зеленый, я не помню. Вроде на красный. Да, ну и давай тогда на красный. А, да, так, подожди, это что-то типа склада или что? Тут склад. Проход воспрещен. Но, видимо, нельзя. Давай тогда нельзя. Блин, жалко, что проход воспрещен. Доступ ограничен. А тут что? О, капец, это что? Ё-моё, Overwatch. Не понял. Смотри, тут логотип Overwatch. Где? На полу. А, ничего себе, реал. Реально. Подожди, а я прыгаю почему? Тут прыжки, да? А, они тут сделали типа гравитация. Да, я капец, я прыгаю. Винсон сидит, кайфует здесь, походу. Да. Вот это прикольная штука, вообще не знаю, что это такое, но это прикольно. Смотри, я за компьютером работаю сейчас. Сел реально за компьютер. Тут карту хочу повесить. Пойдем, Никита, дальше. Пошли. Я хочу еще на поверхность выйти, почувствовать себя на Луне. Пойдем, куда мы идем? Пошли. Что-то пишет Никита. Оу! Блин, прикольно. Вы видите вот эту тень? Смотрите, вот эту тень вы видите или нет? Квадрат такой черный. Да, не видел. Ага. Вот эта штука классная.
Там что? О, опа. Тут, походу, выращивают продуктики. Опа. Продуктис. Как марсиане. Сейчас. Могу ли я картоха дотянуться? Ой, бля, я врезался в стену рукой. Приколы. Вот это прикольная тема. Ой, подожди, лол. Подожди-ка. Никита, видишь, где я стою? Я могу сейчас отсюда ломать блок. Это правда? Ты тоже так можешь дотянуться? У меня руки длиннее, я читер. Ты видишь, я ломаю блоки? Я не могу. Но я не вижу, что ты ломал блоки. А, да? Сейчас. Ты можешь потом поставить назад? Ну да. Смотри. А. Ну, реально какие-то приколы. Я не дотягиваюсь. Но это уже какой-то рич. Рич бич, кстати. Так, пойдем. Вот, мне сюда надо. Я хочу посмотреть, как кто-нибудь живет. О-о-о, смотри, я сейчас за компом реально буду сидеть. Готов? Рогером будешь? Давай. Сижу, блядь, нахуй, ну, сука. Здравствуйте, что за вам заказываете что-то? Да, мне этот самый двойной бургер. С говяжьей котлетой, да? Картошка по-деревенски. С ней соус 1000 островов. Так, да. Также колу безо льда полулитровую. Ебать. Угу. Это с собой, пожалуйста. И еще Chicken McNuggets. Блять, вы бы сразу могли сказать, что с собой. Люда, блять, принеси карточку, отменить надо. Пиздец, Люды нет, уйдите нахуй отсюда. Блять. Пойдемте дальше. Пошли. Привет, я робот-дебил. Уже виделись, кстати. Ой. Ну, пошли дальше. Пойдем. А это точно такой же, по-моему, нет? Угу. По-моему, блин, смотри, смотрю в бочку. Сейчас посмотрю в бочку. Вот это прикол, кстати. Я вот посмотри, как открыл бочку. Сейчас. Прикольно открыл бочку. Я открываю ее, как бы. И вот она вот прям вот так вот открывается. Класс. Ой, подожди, сейчас. А если я как бы вот так ее открою, чтобы она была прям как бы... Сейчас. Ой, блядь. Я сломал. Блядь, сломал. Так. Почему я не могу... Нет, она только сверху открывается. Так, ладно, пойдемте, Никита. Пошлите. Вот сюда. Капец, как стало много людей. Да. Популярно. Так то же самое. Ух, смотри, он собакой сидит. Ля. Он повернулся ко мне. Пёсель. Капец. Капец. Пёсель. У-цу-цу-цу-цу. Капец, это пёсель. О, подожди-ка. Попугайчик. Жак. Жак Энтони. Ой, я обо что-то бьюсь. Это что? Это кресло. А это значит то, что я должен повернуться сюда. Нет, он отталкивается от меня, он со мной не хочет разговаривать. Пёсель хочет со мной разговаривать. Я какой пёсик. Ну, вот этот парень мне нравится больше. Согласен. Ну, пошли дальше. Пойдем. Тут у нас получается точно такие же комнаты. О, а тут что? Так. Библиотека какая-то. Угу. Тоже попугайчик какой-то. Доктор Жора. Доктор Жора. Здравствуйте. Ну вот я пытаюсь его гладить, и он, не получается. Отодвигается, да? Да. Опа, это что за наркоман? У него что, глаза? Это бизнесмен. Да? Да. Он не ставит. Подожди. Я кушаю. Я не могу покушать. Печально. Сейчас.
Покушал? Нет, я не знаю, на какую. Ну, все. Все, пойдем дальше. О. Тут тоже комнатки такие же. Not interesting. Хорошо. Ой, прости, шо? Прости, сейчас. Ты боком, кстати, немного повернут. Я увидел. Блять! Разгерметизация! Блять, ну его нахуй! Ну его нахуй, все, Никита! С яблони, Никита! Давай в выстуд поедем, а? Давай поехали в выстуд, блять, пиздец! Или в Техноград какой-нибудь. Ой, блять! Ой, подожди, мы туда, туда? Мы как выйти? Как выйти, блять? Или не в ту. Как выйти? Все, все, я. Настроили. Вот сюда желтая. Ой. Интересно, и что со мной сейчас будет? Ничего как. Ничего со мной не будет. А, не, ой. Я в антипространстве. А, нет. Никита, не могу туда попасть. Капец. Чебоксары мешают. Да, чебоксары мешают. Ай, больно. Больно, больно, ай. И получается, да, Техноград. Это ты? Нет. О, привет. О. Высаживаю вот этого. Блять, Никита, пиздец. Ебать. Штырит? Ой-ой-ой, штырит не по-детски. Сейчас, подожди. Ой-ой-ой-ой. Бля, подожди. Никита, придется тебе меня вести. Давай, и ты еще на камере боком повернут. Да? Да, да, да. Как мне слезть? Сейчас. Я не знаю, как мне слезть. Вот. Ну ты слез. Так, ну давай. Нет, меня выкидывает, если выпал. Ну тогда пешком пошли. Ну пойдем пешком. Чебоксары, разойдитесь! Так, у меня есть оружие. Пойдем, Никита. Шо, сука, кто еще? Давайте, блять. Ложки-петушки. Никита, а ты в бронечине? Я не. А я? А ты да. Капец, я симулирую бег. Круто выглядит. Ноги сейчас накачаешь. Да, да. Хотел ударить. Никит, можно тебя ударить? А, у тебя брони нет. Угу. Опа! Ого! Так, так, так. Сейчас. На, сука! Ядреть! Капец. На. Подожди, подожди, не надо, не надо, не надо. На, давай. На. Но он меня покушал. Знаешь, как это выглядит? А. Как будто не мечом бьешь, а башкой его так пинаешь. А, да, потом вот я вот сейчас кручу головой, да? Угу. Ну, потому что вот прицел, парни, посечете. И то есть я сейчас на тебя не смотрю, да? Нет. Ах ты тварь! Не-не-не, Никита, Никита, блядь, оставь его на меня, нахуй! Шо, сука? Ну, ебо! Да, ой, блядь! Ай, блядь! Блядь, прости. Все, эф. Забери. Опа, приехал на поезде, пацаны. Так, ну да, по чуть-чуть по-другому ощущается. Я сейчас себя немножко ощущаю, вот когда ты на поезде приезжаешь в Half-Life. Капец. Хочу Half-Life перепройти. Да. Ой, ой, а вот тут вот я очень близко нахожусь к ступенькам, и я такое чувство, что по ним ползу. Угу. Вот это не очень. Так, библиотека, пляж. Давай в пляж. Давай. Больница, пляж Майами. О, Майами! Майами Бич. Вот так, вот такое мне нравится, реально. Капец, ну вот тут вот есть что посмотреть. Хочу кого-нибудь ударить. О, корявый! У меня впереди ничего нету. Эф, корявый. Сука, так смешно, я прям... Ой, прости. Не.
Я молот Тора. Ну ты кек. Ого, так, сейчас, секунду. Вот, блядь, супер. Бедный корявый. Извини, корявый. Итак, 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 но new experience, new experience. Опа. Никита, сейчас кину тебе прям. Оп, капец, реально. А ну-ка. Ой, блядь, я сломал. Все, бежим отсюда. Ой. Ой, оказывается, здесь я могу блоки ломать, ничего не нажимая. Как я это сделал? Сейчас. Надеюсь, мне за тебя штрафы не придется платить. Как я это делаю? О, так, так. Ты башкой бьешься о блок. Так, так, сейчас, сейчас. Не, ну легче зажать. Оо, вау. Давай. Подожди, стой. На квадрице хочешь посмотреть? Ебать, так величественно выглядит, я не могу это объяснить. Но пиздец. Блин, я хотел бы залезть туда. Подожди, а у тебя есть это? Вода? Не-не-не, я хотел полезть. Капец, по центре это все, вот все по-другому, реально. Так, я забыл, как из нее вылезти. Вспомнил. Ебанумба. Я хочу, как будто, знаешь, такой притронуться к нему. Великому. Да, да. Еба. Капец. Я не знаю, там пишет, что капец, или вы видите это как обычно? Капец, Шакун, ты какой крутой. Я только понял. Чего? Левая рука, это туда, куда я иду. Смотри, вот я сейчас вперед, я начинаю... Блядь, это что за хуйня? А я думал, почему я постоянно косо хожу? Блэд, что-то не очень удобно. Ой, давай в какой-то дом зайдем. Блин, да, реально тачка припаркованная в Майнкрафтике. Парня. Заходим в машинку. Опа. О! Давай я мороженчик и тебя сбиваю. Блядь, сбил корявый. Давай, давай. Ай, блядь. Пиздец. Сбил человека. Ложись там, ложись, типа, сиди. Фу, блядь, с каких пор я в машине еду, блядь, с четырьмя людьми? Съебато оформляю. Таджикская семья. Так, ой. Блядь, сбил троих людей, два из них корявый. Блядь. Ну, мне рассказывали, бля, то, что надо добивать, чтобы не мучился. Бля, корявый. Блядь. Я помогу. Корявый, на, покушай. На, покушай, корявый. Корявый, уйди. На, поешь. Ну тогда на сцену пошли, это вниз нам. Давай. Ой, блядь! О, а я вот эту рожу где-то видел. Да? Да, вот эта знакомая тебе? Ну что-то да, какая-то знакомая реально. Так. Наверное, показалось. Да. Ой, подожди, а что, она всегда такая была, эта сцена? Ну да. Вот эта сцена? Ну, вроде да. Тут исповедение же проходило, да? Да, да. Это такая была маленькая сцена на исповедении? Угу. Ебанумба. Капец. Ностальжия прям, да, у тебя? До встречи на танцполе, там алкоголь. А мне похуй, я Саски. Я чики-бамбони, додо пицца.